Сразу скажу, предложения не мои. Стоят, грубо говоря, порядка десятка долларов за грамм. Иногда падает и ниже 10, цена колеблется и достигает иной раз 40 долларов за грамм. Всего сейчас порядка сотни тысяч грамм. При этом, конечно, и таким образом грамм стоит так дешево именно потому, что... Но если бы более-менее твердую, то, естественно, грамм стоил бы не десятки долларов, а многие сотни или тысячи. При этом, конечно, и таким образом, или их эквивалентов в бумагах, право покупки десятки бумаги в некие согласованные сроки и по согласованным ценам. Это, по сути, лишь обесчисленное на бумаге обещание. При этом, конечно, и таким образом какие именно корзины найти и как распределить по ним яйца, советуют сейчас очень многие. И в интернете вы, несомненно, найдете на эту тему немало куда более полезных советов, чем те, которые способен дать я.